Итак, мы с вами рассмотрели, что такое батч-нормализация. Батч-нормализация – это очень эффективный прием для обучения нейронных сетей. Я настоятельно рекомендую вам использовать этот прием в процессе обучения ваших собственных нейронных сетей, потому что он значительно ускоряет процесс обучения. Куда можно вставлять батч-нормализацию? Да практически всюду. Если вы делаете свертку, вставляете батч-нормализацию двухмерную. Если вы делаете полносвязанный слой, вставляете одномерную батч-нормализацию. Батч-нормализация – это очень легкая операция, которая практически не потребляет ни памяти, ни вычислительного времени. Однако при этом значительно ускоряет процесс обучения –